Frank. Ćao, pozdravi tamo gospođicu na. Ćao. Обратяга, по жизни холосто ему не надо. Нам нужно интервью, Володя. Нет. Один вопрос. Нет. Да нет, ё-моё, у меня некуда, в самом деле. Сегодня у меня появилась возможность побывать на одном из чердаков. Сейчас я нахожусь на хуторе. Пропылился весь, откроем. $3.5, вот это улов. У меня репортаж из ванной сегодня. Саша, вот смотри, какое кресло. Хотел сказать, сегодня уже 16, 17, может быть, февраля. Точно не знаю дату. Привет! Ку-ку-ку! Играются малыши наши. Здесь мотор должен быть. Позвольте еще раз поприветствовать вас на борту самолета авиакомпании Air Arabia. Прибыло подкрепление. На канале Ефим.ком я отвечу на часто задаваемый вопрос. Прибыло подкрепление. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Козляков, лейтенант полиции. Очень приятно. Просто снимаем вас и все. Пусть провоцирует, ты можешь что-то хотите сделать. Я же вас за карман не дергаю, правильно? Провоцирую. Имейте право. Все, счастливенько. Накладка педали газа, вот она, я ее просто приставил. Боевое состояние, записываемся на разные физические нагрузки, может кто-то будет ходить на фитнес. Смотри, потому что они были, ну, очень уж длинные. Что это такое, CC-крем? Утверждает, что если делать этот массаж каждый день, то и в 90 лет, и в 100 лет вы будете иметь моложавое лицо. Мы работаем с лицом, автоматически мы работаем со всем телом.
всегда молода для меня и красива. Ты прекрасна, как сказка, как чудо, как дива. Оставайся всегда ты такой молодой. И помни, я только лишь твой. С женским днем я тебя поздравляю, родная. Дверь мое сердце давно уж открыта входная. Ты мой ангел, богиня, тебе говорю. Ведь тебя я так сильно-сильно люблю. Пережали немножечко вот там. Если пережали, чуть раствора подкинули. Тыкву. Теперь надо ее применить на кухне. Тыква у нас ценнейший продукт в питании. В нем много и витаминов, и микроэлементов. Поэтому мало клетчатки и у кого проблема... Бабушка, здравствуй! Здравствуй, милок. Как тут золотую рыбку повидать, а? Море-то рядом. Это результат после выдержки 45 минут в электростатической коптильне от корпуса холодильника. Как работает коптильня высоковольтная электростатическая в корпусе от холодильника Канди? И сосиска висит на плюсовом проводе. Дымогенератор загружен опилками и сверху эжектор, через который пропускается воздух. Избытки дыма видно, что выходят из щелей. Пишет строки, посылая к черту разум. Pepela, wow, ajte. Crna kuca, crna kuca, crna kuca, jebu ga u stranu, jebu ga preko puta, jebu ga gore, jebu ga dole. A ko je totalni pobednik ovog challenge-a? О, видите, как кто просто замечательно закрывается. Блин, что такое? Пухни давай, пухни. О, видите, как... Видели в окна пейзажи райского утра. А эти танцы на стеклах нас не спасли, почему? Пик, или как его там называют, малец. Я его делал, правда, один раз, но решил попробовать еще. Что нам для этого надо будет? Соленое сало, желательно соленое, свежего сала. Я не знаю, получится, не получится. Ну, если ты, у тебя руки кривые, то ты все выкинешь. Ты... Я хотел чурку просто расколоть. Колуном долбанул, он у меня раскололся напополам. В итоге пол получки тебя уходит на туда и на сюда. Все, уже потемнело, уже пора ложиться спать, уже завтра опять на работу. Я внимание обращал сильно на это. Подружка решила сделать мне приятное. Заказала по интернету, по почте, орхидейку. Она знает, что я орхидейман. Сейчас я внимание особо не обращаю на вот такие. Туда фланг от стиральной машины, туда вода может попадать, а обратно... Наконец-то у нас время пошло к весне и наблюдаются плюсовые температуры. Необходимость скинуть снег с крыши, а также желательно освободить лифты. Потому что при установке плюсовой температуры пчелки уже могут не обитаться. Думаете, я ничего не умею? Прям как вы? Ага. Ну уж нет. Жалко, что у меня нету инструментов. Это можно. Это что?
Хотел бы похвастаться, что я в этом месяце приобрел съемничек. Вот две фрезы, такой вот трубчатых ключей, китайской шелухой. Они даже рядом не стояли. Ну, вот такой вот, значит, пластмассовый чемоданчик метчиков и плашек. Дверной пистолет фирмы. Вторая. Было два платья. Была кукла. Здравствуй! Здравствуй, милок. Как тут золотую рыбку повидать, а? Море-то рядом. Доберчи, знаешь что? Построй-ка мне избу. По истории я мало чего знаю, что касается вот этой вот исторической штуки. Ребята с автоматами, такие вот музыканты играют. Маска как раз и подойдет. Филиалының бірінші орынбасары Адал азаматтарын. Здоровье, и чтобы нормами сияло солнце, чем на водах.